Мы должны обеспечить, чтобы эти выборы были честными, прозрачными, такими, за которые мы стояли тогда на Майдане. Я министр, вышедший из Майдана. И я помню, за что мы стояли в 2004 году, в 2014 году. Я это хорошо помню. Поэтому Украине нужен президент, выбранный в результате честной кампании. В результате кампании, которая не подвергается ни малейшему сомнению. Никаких каруселей, никаких покупок голосов, ничего такого. Мы должны получить президента, который уважаем во всем мире, который уважаем у себя. И обеспечить такой процесс по силам нашей команды.